Здравствуйте, в эфире новости Тагил ТВ, в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях среды. Вектор развития Нижнего Тагила выбран верно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего визита в Нижний Тагил осмотрел новые детские сады и оценил реконструкцию 85-й школы. Первые шаги уже сделаны. В Нижнем Тагиле начались подготовительные работы к строительству второй очереди Тагильской лагуны. Узаконить памятник. Совет ветеранов Треста «Восток» шахтопроходка считает необходимым внести известный всей Горьянке камень в официальный реестр монументов. Вектор развития Нижнего Тагила выбран верно. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего визита в Нижний Тагил. Глава региона осмотрел новые детские сады, оценил реконструкцию 85-й школы, а также провел оргкомитет по подготовке к 300-летию города. Два новых детских сада, первые в плане визита губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Оба учреждения построили в прошлом году в рамках национального проекта «Демография» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов. В обоих предусмотрены ясельные группы, оснащены всем необходимым, не только игрушками, но и эргономичной мебелью, цифровыми микроскопами и планшетами, интерактивными глобусами. Неплохо Тагил продвинулся в реализации национальных проектов, поставленных президентом России. Обеспечением ясельными группами. И достаточно масштабно ведется работа по строительству детских садов. Прекрасные сады, я сегодня сам посмотрел. Еще один объект, который посетил Евгений Куйвашев, школу номер 85 на проспекте Мира. Она располагается в здании 1954 года постройки. В конце прошлого года в школе завершился капитальный ремонт благодаря федеральной программе создания новых мест в общеобразовательных организациях, а также поддержке областных властей. Это действительно украшение города. И, безусловно, в таких условиях сегодня, сохраняя историческое здание и делая внутреннюю реконструкцию таким образом, что оно снаружи выглядит очень монументально, красиво, а внутри располагаются самые современные кабинеты и оборудование. Конечно, это радует. В рамках визита Евгений Куйвашев провел рабочее заседание Организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил. Одно из важных направлений по развитию муниципалитета – укрепление его экономики, повышение качества жизни тагильчан, развитие социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, комплексное благоустройство территории, новые возможности для раскрытия туристического потенциала и продвижения уникальных проектов. Один из таких – строительство моста через Тагильский пруд. Это столетняя мечта тагильчан, которая сегодня реализовывается. Еще год назад, наверное, сложно было себе предположить, что сегодня у нас такие масштабные работы начнутся. Но самое главное, у всех строителей, у генерального подрядчика есть абсолютная уверенность в продолжении работ. Деньги в бюджете следующего года уже заложены в размере 1 500 000 000. Вот это, вы знаете, то есть некая есть подушка безопасности. Ведь многие вначале, когда начали строить, говорили, 4 с лишним миллиарда рублей начнется, как всегда, где-то что-то станет. Нет, правительство нас поддерживает, губернатор нас поддерживает в реализации данных проектов. Положительно отмечена реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года в Нижнем Тагиле отремонтировано 52 участка. Кроме того, в Нижнем Тагиле активно обновляется городской парк общественного транспорта. Комплексно благоустраиваются общественные и дворовые территории. Сегодня строители приступили к реализации еще одного масштабного проекта – «Тагильская лагуна. Второй этап». В Тагил двигается, на мой взгляд, в очень правильном направлении. Сегодня развивается городская среда, строятся парки, благоустраиваются дворы, строятся объекты социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и огромное количество отремонтированных дорог. И я очень хочу, чтобы когда-нибудь мы вообще не увидели ни одной ямы здесь. Я думаю, что при таких темпах это можно сделать достаточно быстро. Мы эти темпы будем поддерживать. До празднования 300-летия города осталось около полутора лет. Сейчас тагильчане активно включились в процесс выбора логотипа юбилея. На сайте Нижнего Тагила размещены варианты символа, и все желающие могут проголосовать за понравившийся вариант. Реконструкция моста на Циолковского и прилегающей инфраструктуры, подготовку к старту этого важного для города проекта обсудили в администрации города. Ориентировочным сроком начала работ называют предстоящий апрель-май. Основное условие – получения средств федерального бюджета. Проект в крайней степени тяжелый, проект очень ответственный. Вот, ответственность лежит на всех службах, в том числе на администрации города, конечно, в основном на подрядчике. Будем детально по необходимости разбирать каждый этап
начала ремонтных работ. Будем разбирать каждую задачу, которая перед нами стоит. Генподрядчик, ранее определившийся в результате конкурсных процедур, фирма «Уралстроймонтаж». Помимо реконструкции моста, проводимой согласно судебному решению, ему предстоит в 3 этапа провести ремонт улицы Октябрьской революции и участков на Циолковского и Серова. Это, в частности, предполагает их расширение и перекладку коммуникаций. Сложности для тагильчан возникнут прежде всего в связи с изменением схемы движения транспорта. Мостовой переход предстоит закрыть. Определить пути объезда для предприятий и организаций, расположенных в Тагилстроевском районе, в первую очередь Евраз-НТМК. Ограничения собираются ввести на 4 месяца. Как отметили на совещании, реконструкцию путепровода и строительство подпорной стены предстоит согласовывать с российскими железными дорогами и владельцами соседних гаражей. Тем временем сегодня в городе стартовал другой проект – «Тагильская лагуна-2». Муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» приступило к подготовительным работам на территории. Между городским дворцом детского и юношеского творчества и прудом предполагается комплексное благоустройство. По поручению главы города, в первую очередь, мы начали расчистку территории, установку ограждения, то есть будем ставить забор, чтобы ограничить зону проведения работ. Устанавливаем забор ограждения, чтобы дошкольники, школьники, которые посещают городской дворец творчества юных для кружков различных, не смогли попасть на строительную площадку и каким-то образом, чтобы никаких не произошло несчастных случаев. Общая площадь благоустройства составит 60 тысяч квадратных метров. Половина пойдет под озеленение. Предстоит провести берегоукрепление, строительство террас со спусками к воде. За дворцом появятся спортивные, игровые, детские площадки, зоны отдыха, а также скейт-парк, бассейн для занятий судомоделистов. Будут учтены потребности воспитанников кружков и всех жителей и гостей города. Основной этап стартует при наступлении плюсовых температур, когда появится возможность выполнять земляные работы, заливку свай. Необходимую замену коммуникаций здесь начал также водоканал НТ. Зеленый свет загорелся и для реализации проекта легкоатлетического манежа на Вагонке. Строительство может начаться уже в этом году. Сейчас Министерство финансов Свердловской области дорабатывает соглашение с Евразом. Как только оно будет подписано, в городе готовы разыгрывать конкурс на поиск подрядчика. Об этом заявил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров на профильной комиссии Нижнетагильской городской думы. В этом году 60 миллионов в бюджете оно было предусмотрено, но мы должны понимать, что стоимость проекта 2 миллиарда почти с половиной, да? Вот. И нам нужно, чтобы было понимание, финансирование на какое количество лет у нас будет выделено, чтобы мы могли уже отыгрываться конкурс. По идее, мы играть можем. Но нам нужно с точки бюджета на следующие годы, на 21, 22, 23. Нам надо понимание. Когда это понимание будет, мы, в принципе, готовы играть. У нас тех заданий все готово. Нам только размещаться и все, и отыгрывать подрядчика. 9 автомобилей повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия на 114-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил вблизи бывшего поста ДПС. Водитель автовоза «Мерседес» доставлял из Ижевска 8 машин «Лада Веста». При обгоне следовавшего в попутном направлении транспортного средства он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В момент аварии водитель автовоза был трезв. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. 6455 преступлений зарегистрировано в нашем городе в прошлом году. В полиции Нижнего Тагила подвели итоги работы за 2020. В среднем за сутки в гарнизоне зарегистрировалось свыше 300 заявлений и сообщений о происшествиях. Всего их поступило более 115 тысяч. В большей степени связано с существенным возросшим числом так называемых дистанционных преступлений. Так, на 73,7% возросло количество краж денежных средств граждан с банковских карт. На 188, почти 200, почти 190% количество мошенничеств, совершенных с использованием сети интернета. По итогам года раскрыты все разбои, убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, а также изнасилования. Раскрываемость остальных преступлений тоже на высоком уровне. Как и прежде, особого внимания, по мнению Ибрагима Абдулкадырова, требуют вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств. По итогам 2020 года выявлено 881 преступление в этой сфере. Из незаконного оборота изъято более 13 килограммов наркотиков.
На пост президента торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила вновь выдвинут Борис Соколов, ее нынешний руководитель. Голосование состоится на очередной конференции объединения предпринимателей города. Решение принято Советом палаты на заседании по вопросам организации мероприятия. Сегодня все, кто принимал участие в обсуждении кандидатуры, это очень важный на самом деле момент. Это всегда все-таки определяется, кто будет капитаном серьезной большой команды в течение ближайших 5 лет. Все сошлись на кандидатуре Бориса Яковлевича. Это считаем, что это очень правильный выбор. Кандидатура Бориса Соколова поддержана торгово-промышленными палатами России и Урала, главой Нижнего Тагила. Помимо нее на заседании рассмотрены предложения выдвинуть на эту должность индивидуального предпринимателя Аллу Волчкову и работающего вице-президентом Олега Полевщикова. Конференция состоится 24 марта. Члены Совета палаты утвердили ее формат, проект повестки, регламент, квоты выдвижения делегатов по отраслям. Даны рекомендации по составу рабочих органов, коллегиальных органов управления и контроля. Узаконить памятник – таково намерение Совета ветеранов Треста «Восток-Шахтопроходка». Известный многим тагильчанам, камень был заложен во время строительства микрорайона Юго-Западный. С конца прошлого года на нем размещена памятная табличка. О смысле этого символа для ветеранов – Юлия Полева. Этот камень установлен строителями Треста «Восток-Шахтопроходка» в мае месяце 1985 года в связи с началом строительства микрорайона Юго-Западный по инициативе главного инженера Треста «Восток-Шахтопроходка» Мокрицы Николая Сергеевича. Мемориальная табличка с таким текстом на камне приветствует тех, кто въезжает в небольшой жилой микрорайон с Черноисточинского шоссе. С момента установки камень стал своеобразным символом строителям. Возведением домов занимался Трест «Восток-Шахтопроходка». Этот микрорайон в настоящее время насчитывает 11 домов, построенных нами. Из них 3 девятиэтажки и остальные, стало быть, 5-7-этажные. До 1985 года вокруг 90-й школы была частная застройка. Ее определили под снос. Собственниками домов договаривались на выгодных для них условиях. Снося один дом, пришлось что сделать? 2 квартиры двухкомнатных отдать вот этим детям и дом купить хозяину. Проектировщики и инженеры во время строительства сталкивались со сложными задачами, перенимали опыт у коллег из разных городов Советского Союза. Пришлось даже отвести от микрорайона небольшую речку. А чтобы подвести отопление от котельной, сами построили 903 метра теплотрассы. Женские бригады работали вручную. Вот, можно сказать, каждого можно было бы присвоить звание Героя социалистического труда. Это я вот с полной уверенностью могу сказать. Квартиры в новых домах предназначались не только для сотрудников предприятия. Трест «Восток-Шахтопроходка» по договору 10% сразу отдавал бюджетникам. То есть в наших домах до сих пор живут врачи, учителя, милиция. Трест просуществовал до 1992 года. Его сотрудники, чьими руками строились многие значимые объекты Нижнего Тагила, учредили Совет ветеранов организации. Его активист Неля Владимировна Сива стала инициатором размещения на камне мемориальной таблички. Совет ветеранов, учитывая о том, что нам уже всем далеко за 65 лет, решил как-то обозначить, что это действительно на тагильской земле жил, работал, творил, созидал Трест «Восток-Шахтопроходка». Много сказано, много сделано. Сейчас остались одни воспоминания. Сейчас этот камень, как говорится, не то что камень, а сейчас это памятник. Символ. Памятник единению нашего всего Треста. Затраты на изготовление и крепление мемориальной таблички компенсировал депутат Нижнетагильской думы Леонид Мартюшов. Он проработал в Восток-Шахтопроходке почти 20 лет. Перед размещением таблички камень привели в порядок, смыли дорожную пыль и посторонние надписи. Теперь Совет ветеранов Треста «Восток-Шахтопроходка» планирует добиться внесения камня в официальный реестр памятников Нижнего Тагила.
Волейбольная команда «Уралочка НТМК» в Калининграде проиграла в ранее перенесенной игре четвертого тура чемпионата России Суперлиги «Паримач». Встреча с местным «Локомотивом» закончилась в пользу хозяек площадки 3-1. Тренер волейбольного клуба «Уралочка НТМК» Владимир Вертелко пояснил, что сильнее всего подвела подача и прием в четвертой партии. Следующий матч между «Уралочкой НТМК» и «Локомотивом» состоится сегодня, 20 января, там же в Калининграде. И также пройдет в рамках ранее перенесенного 17-го тура чемпионата России Суперлиги «Паримач». На этом все. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». В студии поговорим с главным врачом первой городской больницы Александром Павловских. Детально обсудим вакцинацию против коронавируса. Оставайтесь на Тагил ТВ.